Всем привет! Это клуб Spellscape. Сегодня мы расскажем, может быть, об одном из простых, но основополагающих правил игры X-Wing. Это barrel roll или бочка. В принципе, она есть не у всех, но у многих кораблей. Вот она должна быть обозначена либо на самой карте, либо, естественно, она указана на подставках этих кораблей. Поскольку есть два размера, то, соответственно, будет немножко различаться само понятие barrel roll и как оно делается. Во-первых, следует отметить, что это не движение. Это действие. Соответственно, вы его выполняете, ну, кроме специальных правил, тогда, когда вы уже походили. Для того, чтобы его выполнять, вам нужен единичный шаблон движения. Что мы делаем? Возьмем обычный корабль. У него есть значок, соответственно, он может это делать. Представляется либо с правой, либо с левой стороны, но надо заранее заявить, с какой вы стороны будете это представлять. И вот, передвигая либо с этой стороны, либо с этой стороны, просто-напросто передвигаете корабль с одного места на другое. Опять же, вы можете его поставить как вот так вот, так вы можете передвинуть его дальше. Но, однако, основное это вы не должны пересечь линию подставки и выйти за подставку вот этим шаблоном. Это основное то, что надо знать. Есть иногда, допустим, рассмотрим такой пример. У вас есть корабль. Вы заявляете, что у вас barrel roll, заявляете, что он будет, в данном случае, направо будете его передвигать, но есть одна особенность. Он будет у вас перекрываться. Соответственно, это действие вы не можете произвести. У вас не теряется действие, и вы просто-напросто объявляете его в другую сторону или же выполняете совсем другое действие. То есть, в данном случае у вас просто заменяется действие. Поэтому тут достаточно просто. Немного меняется сам процесс, если вы берете не малую подставку корабль, а крупную подставку. Соответственно, уже было выяснено, что если крупная подставка, если вы будете выставлять так, то это будет достаточно большой выигрыш в дальности, и это не совсем правильно. Поэтому сейчас применяется как? Если вы объявляете barrel roll у большого корабля, то, соответственно, первое, опять же, вы заявляете сторону. Например, мы сделаем здесь опять же направо. Представляете шаблон, он представляется широкой стороной. Опять же, в любом месте, где вы хотите, и просто переставляете опять же корабль куда вы хотите, но здесь вы тоже можете его немножко передвинуть даже вперед или назад, но вы не должны пересечь вот эту вот линию подставки и шаблона. То есть, соответственно, они должны просто быть выровнены. Вот это и есть основное, что надо знать о данном действий, потому что главное помните, это не маневр и оно не считается как движение. Всем спасибо, смотрите наш канал, если что, у нас будет еще видео о том, как правильно играть X-Wing.